Всем привет, дорогие друзья, с вами Владыка. И сегодня будем играть в Murder Mystery. Да. 1800 с чем-то серверов. Я так удивляюсь, 1600 с половиной. Как такое? Кошмар. Ну, не то, что это, конечно, великолепно. Но, блин, впервые такое вижу. Именно я впервые. Да. Ну ладно. О, привет. Так, опа. Я на такой карте еще не играл. И кто же я? Да, конечно, я невинный. Так, а кто? А, не, мы на такой карте играем. А то что, одна карта, что ли? Блин. Так, давайте следить. За Алексом или за рыцарем? Давайте за Алексом. Пять игроков. Уже пять игроков. Это вроде нормально. Я что-то боюсь. А зачем ко мне так подходить близко, а? Зачем ко мне так близко подходить? Да, давай дружить. Но зачем ко мне так близко подходить? Все, понятно. Он вроде нормальный. О, золото. Замечательно. А игроков 5 осталось. Ну и ладно, это, наверное, нормально. Так, смотрим. Ах ты! Ай, так и думал, вот так и думал прям. Капец, зачем я остановился? Ладно, сыграем снова. Вот так и думал прям, вот так и думал прям, вот. Прям так и думал. Блин, зачем я остановился? Не, ну он такой беспалевный, конечно. Ну, блин, я реально так и думал, так и думал. А. Ладно, ладно. Мой косяк. Не, ну, видели, я упорно старался ему не верить. И... В общем, вы все видели. Я держался от него подальше, но, блин, я остановился. По-моему, у меня это даже залагало как-то. Да, ну, не уверен. Блин, а может он... Ребята, у меня скин отстой, да? 5, 2, 6. А давайте посмотрим. 5, 7, 2, 6. Так. Го, все на спавн. Го на спавн. ПВП. ПВП. Они теперь все подумают, что я убийца. То есть нет. Просто. Блин, я стал жертвой убийцы. А, даже пошутить не дал времени, надо было спрятаться, я там стал просто стеной, спиной. Они такие, наверное, думали, я убийца, а то... О, убийцу убили? О, сразу новая игра. Так, пожалуйста, какой-нибудь роль. Пожалуйста. Ура! Я получил роль. И это роль невинный. Отлично. Ну ладно. Уже 5 игроков осталось. Так. Будем следить за тем пацаном. Блин. Я уже никому не доверяю. Ага, с золотом бегаю, всех обман. Вот там. Кто-то из них. Все игроки здесь, на спавне.
Если ты кого-то убьешь, то второй это увидит. Все, нас четверо тут. Это пытается убежать. Наверное, он убийца. Стив убийца. Стив. Стив. Или же нет? Но мне кажется, Стив. Стив, да по-любому Стив. Зачем он убегал? Стив! Не подходи ко мне! Так, боюсь с этим пацаном один на один оставаться. Так. О, золото. Good, good. Кто этот Xbox? Черт. Кто же этот Xbox? Интересно, это Стив был? Ладно, у нас, наверное, сейчас будет еще игра. А может быть и две, как получится. А пока что мы ждем 20 секунд. Извините. Так, так, так. Давайте. Ну, за убийцу? А давай, поясни мне. Ну давай, поясняй. Что ты можешь? Какая-то штука. Хватит тыкать уже. А ты поясни. А ты поясни. А ты поясни. Я на самом деле не знала то, что может ты... Я хочу пробовать меч сначала кинуть, чтобы этого никто не видел. И как меч кидать? Так, 5, 7, 2, 7. Его не убиваем. Пират, 5, 7, 2, 7. Чтобы отвести все подозрения. Так. Что такое дублоны? Так, я такой палевный убийца. 9 игроков! Нифига! Тут трое с одинаковыми скинами. Это будет мясо. Это будет какое-то мясо. Не уверен, смогу ли я. Отлично, отлично, парни. Молодцы, пацаны, вообще ребята. Блин. Так, побежали за ними. Так. Никто ничего не видел. Стив! Подожди! Сейчас у нас будет техническая пауза. Все в порядке. Надо было кое-что сделать. Не волнуйся, время я не потерял. Это затратило меньше одной секунды. Так, нужно игроков найти. Блин, я думал там по 5 игроков, по 6. Поэтому я в открытую всех убивал. А тут целых 9 игроков. 9 игроков, прикиньте, 9. Ну нифига ж себе, сказал я себе. Опа, еще одна жертва. Я тебе меч засветил. Черт. Убил его? Нет. Иди сюда. Сюда иди. Иди сюда, как меч кидать. Блин, если я буду за одним ним гнаться, я никогда других не поймаю. Но он может меня спалить. Блин.
Нет. Семь игроков. Я же никого не убил. Тут и ливнул, значит. Даю! А! Твою мать! Быстрее, быстрее! За ним! Мой последний шанс! Он с... Блин, как я его не смог убить? Вот я нубец. Ладно, сейчас у нас будет последняя игра. Я инноцент. А может и нет. Смотрите, опа. Видите, я инноцент. А может я меч положу? А можно вообще меч положить в сундук? Это ж... Тихо. Откуда-то у меня золото. Так. Блин, написали в прошлой игре, убийца проиграл. А, битка, битка. Ну ладно. Сейчас мы должны выживать. Не помню, снимал я на камеру. Там у меня была такая игра, когда осталось только я, убийца и детектив. Детектива убили, я взял его лук и убил. Убийца. Вот это было круто. Я стал героем. Героем. Ну... На английском hero. Блин. Ладно, не важно. А я могу сам себя на мосту взорвать, интересно. А зачем ты бежишь ко мне, девочка? Пацан! Смотри на нее! Она убийца! 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 Так, бежим, смотрим огляд. Так, она походу не убийца. Походу нет. Так. Убийца. Голубая девочка, убийца. Так, все, всплываем. Черт. Как же мне не повезло, она рядом. Ага. Детектив, помоги. Ура! Красавы! Ладно, думаю, на такой хорошей ноте можно и закончить нашу игру, в принципе. Да. Поэтому хочу вам сказать спасибо за просмотр. Если вам понравилась игра, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я желаю вам всем удачи и всем пока. Я спать.